поставим перед собой такую задачу. Cn это есть Cn плюс 2n. Требуется, во-первых, составить табличку, такую же, как у нас с вами была вон там, составить такую табличку и найти явную формулу. Давайте написать аналогичное слово. Дальше 5 формула, напишем 3. Дальше возьмем 2. Дальше. Здесь, значит, ну это что будет? 2 плюс 4. То есть 6. Здесь будет 4. Потому что 3 уже есть. Здесь будет 4 плюс 6. 5. 13. 7. 8 плюс 12. 20. 9. Так, 12 плюс 18 это 30. И 14 плюс 20 это 4. Очень хорошо. Значит, здесь S. Сделали, спасибо. А зная таблицу, вы написали слово, да? Отлично. Но, извините, это слово, оно было не просто слово в таблице, а у него была какая-то такая вот, помните? Да. М переходит в С, а С переходит в СМ. Ну, а здесь что будет? С переходит в СС, а Д переходит в С. С и Д. Куда переходит С, туда переходит Д. Я вас заставлю написать этот, ну, то есть, только последовательность слов, чтобы у вас... Не угадал. Не угадал? Нет, не наоборот. Надо вспомнить доказательство формулы Bn равняется n плюс n. S куда? S, D. S, D. S, D, а D, S, D. S, D. S, D. А, где? Типа не бойся. Пиши эти формулы. Здесь шестой еще. Не-не-не, я уже написал для вас S и D. Вот. А. Абсолютно правы. Что, вспоминайте, как SSDS. Это называется? SSDS. ADFS. ДВС, конечно. D, просто ВС. Так, теперь вам, сейчас, теперь вам, с чего вся последовательность начнется? С чего вся последовательность начнется? С одной буковки. И как эту букву называют? D. Пожалуйста, пишите D. Под ней пишите то, во что она переходит. Под буквой S пишите, во что она переходит. Не надо место экономить, нормально пишите нормальные буквы. S, S, D, великолепно. Теперь под каждой из букв напишите, ну, как сказать, да. S куда переходит? S, S, D. D куда переходит? В S. Дошло? Проверьте. S, S, D, S, S, D, S. Так? Ну, я не знаю, имеет смысл дальше проверять или поверьте? Поверьте. Спасибо, правильно. Понятно ли вам, что если здесь еще одну букву S впишешь, то? 3. То будет 3N, да? Ну вот вспомните доказательства и просто поймите, что там буква D, она получается только из буквы S. Понятно? Все, все в точности так же. Явная формула. Явная формула получится. Нет, нет, нет. Надо решить заново тем же способом, как Даша работала. То есть надо, вот вам здесь чисто место, а составляла систему, и вы составите систему. Итак, мы хотим, чтобы dn там, равнялось бы целая часть дельта n. Пишите, пишите. D
dn равняется целой части дельта n, где дельта какое-то положительное число. Дельта пишется так же, как у после буквы b. Нет. Маленькая дельта. Русскую букву b. Отлично, тут есть дельта. Да. И теперь cn это что? Это целая часть гаммы n, так? Вот, отлично. Да, надо два условия. И какие же эти условия? Какие-то похожи на те. Правильно. Молодец. И какие? Чтобы весь натуральный ряд был покрыт. Дельта равняется гамма плюс 2, безусловно. Дельта, да-да-да, дельта это гамма плюс 2. Так, и еще, чтобы весь натуральный ряд без перегрева. Первый, наверное, такой же. Что? Первый такой же. Такой же, напишите. Одна дельтовая плюс одна гамма это единица. Ну вот, теперь решите эту систему. Надо вместо дельта сразу подставить гамму плюс 2. И второе уравнение уже больше не писать. 2 гамма плюс 2 равняется. Так, хорошо, молодец. Да. Что же? Гамма это что у нас? Что такое гамма? Корень из двух. Спасибо вам большое, все абсолютно правда. Ребят, оказывается, если берешь целую часть корня из двух, целую часть двух корней из двух, целую часть трех корней из двух и так далее, и так далее, и так далее, то замечательным образом что получаешь? Последовательность номеров, на которых стоят эти самые буквы S. Конечно, здесь можно было вместо двойки написать любое фиксированное натуральное число и ну, точно так же решить и получить, ну, понятно, для каждого натурального числа свою такую последовательность. Все? Кто? Или еще для тройки сделаем? А ладно, слушай, давайте для k сделаем, а? То есть здесь я напишу произвольное натуральное число k. Ответ получится на самом деле не очень симпатичный. Но, знаете, нет, без этого. Алгебру. Какую алгебру? Она любит не алгебру, а она любит религию вокруг алгебры. Это не алгебра, это шаманство. Так, да, молодец, молодец. Получается, здесь внутри как квадрат плюс 4. И на самом деле, конечно, минус ни в коем случае не будет. Да. У нас альфа положительное число. Окончательный ответ какой получается? 2 минус k плюс корень из k квадрат плюс 4 и пополам. Понятно? Ну, в общем, ответ не самый красивый. На самом деле, я его не умею комментировать.